Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Наконец-то в Тбилиси потеплело. Сейчас плюс 18 градусов. А в воскресенье обещаю 27. Хотя на один день, но все равно очень радует. И сегодня мы прогуляемся по парку культуры отдыха ветеранов, который также называется парк Кеквидзе. А пока хочу показать вам, что снег в округе еще лежит. Вот впереди на горе Тацминда еще все белое, как и все горы вокруг Тбилиси. А это памятник знаменитому царю-объединителю, военачальнику-реформатору Давиду-строителю, Давиду Ахмашенебели, который считается одним из самых известных грузинских символов мудрости, смелости и рыцарского духа. Создатель скульптуры – известный архитектор и скульптор из Грузии Мираб Бердзинишвили. А это сейчас мы едем по проспекту Робакидзе. Парк Кеквидзе находится на проспекте Дадиани. Сейчас мы находимся на его центральной аллее. В июле 2020 года закончилась реставрация парка. Были проложены новые дорожки, велосипедные дорожки, посажено много деревьев. Снова заработал фонтан. Я здесь гуляла иногда со своим малышом лет 10 назад, но вид парка был, конечно, совсем другой, и людей в нем было очень мало. Вот это очень интересная аллея из хвойных деревьев, которые, во-первых, очень быстро растут, а во-вторых, из них исходит такой сильный аромат, ни на что не похожий, сравнивый с духами. И разносится этот аромат далеко вокруг. Это площадка для животных. Здесь можно погулять с животными и их подрессировать. А, это скейт-парк. Он открылся в сентябре 2021 года. В парке есть несколько игровых зон. Вот это волейбольная и баскетбольная площадки. Также есть теннисные корты. Еще есть большая детская площадка для малышей с качельками и горками. Но там было так много людей, что снимать их как-то было неудобно.
Это скульптура женщины, вырезанная из дерева. Правда, она немножко уже подпортилась и потемнела. За один день тепла воздух пропитался весной. Почки на деревьях начинают лопаться, и стоит запах весны. А это то же самое место, только в октябре месяце. Мне захотелось поделиться такой красотой с вами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!